Представляем бойцов. Боец Красного, пояс Хагажеев Инал, представляет команду ордена Болгарской Республики. Является мастером спорта, стаж занятий 9 лет, количество побед не видел. Лучший результат — второе место на международном турнире имени Грова. Тренируется под руководством Петюка. Боец в синем поясе Дудеев Таймураз, представляет команду «Алания». Является кандидатом мастера спорта, стаж занятий 7 лет, количество боев 40, из них победил в 30. Является победителем чемпионата 58-й армии. Тренируется под руководством Гувкаева Аслана. Время бойца на прежнем форме порядка.